А на вход, ну, парк Победы просто закрывается на вход для пассажиров. И получается как? Кто-то пошел на Киевскую, кто-то пошел там на деловой центр, кто-то пошел на Филипп. В результате оно все рассосалось и все уехали. Пусть помедленно, не, но безопасно. Это как самое простое, вот то, что я вам говорю. Ну и плюс там еще на входе можно вытягивать, иногда там не все двери на вход открывать, там вот таких вещей. Ну, на самом деле, очень много. В ближайшее время там откроется выход, и будет побольше. Да, но опять же, я не думаю, что я буду в эти дни на вход открывать, потому что... Да, будет на выход, просто будет платформа. Да. Будет свободно. Можно вопрос? Можно. Вот, жители, не бывает страшно, когда они станции подъезжают, там же люди начинают петь сначала в туннеле, а потом выезжают. Если что, пуганул его сигналом. Ну, значит, переехали его. Нет, это как он вообще... Слушайте, ну как вот, я не знаю. Нормально, ну как, судить, понимать, что... Я не знаю, я вот слушаю. Нет, нет. Давайте, да, у нас там как бы... Ну что, ну ты применяешь оружие, бывает боевое применение оружия. Ну ничего страшного, в грязь его так положат. И все понимают, что следующий будет по ним. Поэтому все сразу ложатся в грязь. Я был такой случай. Ну как вам сказать, если я на комендантском часе в Советском Союзе, это особые условия, или там такой же гражданин, это не особые условия. Это намного хуже, чем где-то там. Ну это особые условия, но все равно это тот же самый советский гражданин.